Так, посмотрим, насколько эффективен артефакт фехтования. Он позволяет интуитивно отражать атаки врагов, увеличивая воинов вооруженных оружием ближнего боя выживаемость. Жизнь воинов с оружием ближнего боя увеличивается на 100%. Так, ладно, посмотрим. Вот, допустим, у меня воин, вооружен его посохом. Сейчас у него 33 тысячи жизней. Ну да, на самом деле все прибавляет. Еще прибавляет за счет оружия, я так понял. Топор плюсует 435 жизней. Секира гномов. Так, понятно. Так, ну попробуем. Будем пользоваться, в общем, магией. Магией. Посмотрим, как по мере боя. Посмотрим, какой будем пользоваться. Так, аурой. Регенерация. Аура исцеления. Попробуем повоевать. Испытать в деле. Кстати, героя можно попробовать. Ну, у нас такая толпа, мне кажется, там места для героя не хватит. Ну, давай попробуем, посмотрим, что из этого. Так, 12 тысяч у него с этим посохом, допустим. А если меч дать, будет 20 тысяч. Так, ладно. Рискнем здоровьем. Так. Сражаться будем вот этими. Так, у меня уже на максимум. Так, защитники дома. Хорошо, сейчас будем защитниками. Тут многие плакали, что магия неэффективна. Она эффективность, магии, как ее там, массовый убийца стал неэффективным. Все, она также эффективна, просто, как говорится, время продолжительности ее уменьшили. Так, ну вот мы несем потери, несмотря ни на что. Ну и что, мы несем потери, мы на слуге первого уровня стали второго уже. Герой у меня вооружен мечом. Пока справляемся. Так, бежим дальше. Вот тут уже. Так, магия. Где она, магия? Если эту магию включить, я тут сейчас за 5 секунд всех снесу. Бьешь одного, умирают все. Если она будет длиться, как раньше, 1,5 минуты, это вообще будет супер... Предательская магия, супер имбовая. Так. Поэтому ее и пофиксили. Я думаю, справедливо. Слишком, когда слишком легко, то неинтересно играть, согласитесь. И так достаточно. Вот всю толпу повалило и в ближнем бою даже. И, конечно, когда там куча тыкв придет, или какой-нибудь босс, то если вашего героя не поможет, ну на то не боссы. Так, ну я все равно сейчас вооружу героя посохом, потому что... Кстати, вот тот пришел. А, вот тыква моя. Так что крафтите артефакты, и он вам поможет гасить боссов, потому что ваши воины будут более живучими, не более, а на 100%. И даже эта магия, в принципе, не нужна. Но она нужна, когда совсем туго там толпа будет валить. Ну, если у вас много войска, большое войско, то, используя эту магию, вы можете... Используя эту магию, вы можете быстро справиться, если вы будете грамотно ее использовать.
Поэтому, кстати, у моих воинов и у героя руна вампиризм стоит. Плюс это вот сейчас мне жизнь плюсует за то, что я использую ауру исцеления и ауру, ой, так, да, уже аура исцеления закончилась, и руну вампиризм на оружии стоит, то есть двойной прирост, ну, вы поняли, надеюсь, двойной прирост жизни, то есть за счет ауры и за счет вампиризма. Вампиризм он только между собой не плюсуется, не суммируется, а исцеление это другое, как говорится, магия относится. Так, вот пришли наши тыковки. Так, включаем. Так. Что тут еще можно? Голема вызвать, пусть он живучий. Ну, можно было бы и без голема, в принципе, справляться. Ну, скелетики у нас погибают. Тыква самая опасная, мне кажется, сейчас. Против боссов, таких как там медведь или медведь-оборотень или палач. Ой, как мясник, какой палач. Есть такая прикольная аура, как вот, допустим, отражение. Она очень выгодная, там 70% ответного урона. То есть ее, скорее всего, скоро тоже пофиксим. Потому что она тоже имбовая. То есть, представляете, ваш голем стоит, его бьют, и сам этот умирает. То есть немножко непродуманно было сделано. Ну, хотя бы, чтобы процентов 30 там отнималось, куда ни шло. То есть, получается, просто это будет сделано для того, чтобы пользовались не только одной магией, а разной, там, в разных случаях разную магию использовали. Такие пироги. Так, где там наш тыква? Тыква этот. Пугало. Так, тут не поймешь, здесь как-то я давно в эту карту не играл. А, там наверху, кажется, там стоит. Ну, пойдем сейчас. Пройдемся. Так, дома мы уже собрали, где все. 56 секунд, ладно. Так, сейчас против это будем драться. Надо своих вооружить. Используйте также оружие. Мне там говорили, что типа нету такой в игре этого. Одни выгодные против тех. Есть здесь все. Здесь, допустим, топоры против хаоса, мечи против людей. Вот прежде чем, допустим, сражаться с хаосом, ставим топоры. Против нежити, дубины, здесь все есть. Так что не переживайте. Так, сражаемся. Нормально все. Оп, получаем. Ну вот, пожалуйста, повысить. Почему я использую первого уровня этих? Потому что я... Пусть они послабее, но зато я экономлю на еде. Я, мне их не жалко терять, если я буду даже терять. То есть они у меня достаточно дешево. Уже 43 еды. Эти первые уровни. Можно скоро переходить. На крайняк можно скелетик вывести. Они все 4 еды у меня стоят первого уровня. Не, они, конечно, слабее, но... Не так критично слабее, но зато в цене намного дешевле. То есть я предпочитаю непрокачанных. Так, вот, согласен, платит. Как видите, легко справляемся. Достаточно, если грамотно все делать. А если с той магией вообще там один раз ударил и всех убил. То есть суть той магии была в чем? Ты наносишь урон по одному, а всех, кого видишь, тоже... Всех, кого ты видишь, врагов, в зону твоей видимости попадают. Ты тоже наносишь урон. Здесь, правда, могут зацепить нашего героя. Так, против этой мертвой, против них дубинки поставим. Даже что-то легко как-то я вообще гашу всех. Наверное, придется... что-то фиксить. Когда слишком легко играть, это уже неинтересно. Вот, смотрите, иду толпой, всех валю. Что-то я не понял, а что это за дома? Потому что они меня немножко, наверное, прокачали, что ли?
Не, все равно несу потери или нет? А, нет. Так было, так и осталось. Так что артефакт очень эффективный. Смотрите, когда без этого артефакта вообще там, я даже не мог. Меня вообще давно всех перебили. Как говорится, надо реабилитировать этих воинов ближнего боя, а то они совсем слабые были. То есть были, ну и сейчас посохи, они как были, так и остались эффективными. Так, допустим, можно сейчас включить. Что у нас с этим дерется? Вот дешевая аура, тоже, можно сказать, безумие имбовая аура. Ой, магия. И потерь все равно несу. Убили. Просто мне еще сейчас повезло, что кто-то сзади меня не напал. Какой-нибудь отряд еще. Кого-нибудь. Пугало опять появилось, что-то по второму. Я его только убил, он опять появился. Запугал, мне что-то еды дали. Да, несу потери, вот у меня убивает. Так что не так уж она и предательская тут. Ну так спокойно играешь, так в ламповом режиме, так скажем. Особо не напрягаюсь, игра должна расслаблять немного. Ну и не слишком легкой быть. Ну, если хочешь себе немножко усложнить игру, можно взять сейчас, допустим, задание. Когда задание возьмешь, там опасно будет, что герои могут убить. Так, где он там появился-то опять? Так, даже не вижу, где он. А, вот там, рядом с деревней. Он рядом вообще появился. Или это не он? Сейчас посмотрим. Так, аура включена, вот он. Герой-то у меня не живучий. Это только воины живучие. А в героя пальнут пару раз и все. Вот. Аура исцеления тоже, можно сказать, имбовая. Тоже ее фиксит надо. Все в имбовое. Да не, нормально, нормально. Сейчас просто врагов мало. Иногда прям найдут, нахлынут. Сейчас тут просто везет. Недавно играл, вообще со всех сторон нападали. Кое-как выжил. Че хоть тыкву огребают, а то вообще раб нагрели раньше. Ну я не знаю, может надо подумать будет. Как вы думаете, стоит фиксить этот артефакт или не стоит? Пишите в комментариях. Что тут пишут? Времени полно, что... Так, ну это я писал. Все равно за кого бегать или рубаешь топором и толпе кидаешь. Ничего не понял. Ну, очень интересно. Ну, ладно. Ну, в общем, понятно все. Так, заработал 26 тысяч еды. Потом можно на деньги обменять, там, улучшение сделать. Ну, просто все потому, что я играю достаточно инграмотно. А может, инграмотно, не знаю. Может, просто везет. А может, имбовая. В общем, пишите в комментариях, кому хочется. На сегодня хватит. Всем пока.